Если ты смотришь это видео, значит, возможно, ты задался целью стать гитаристом. Специально для тебя я подготовил 5 бесплатных приложений, с помощью которых за короткий срок ты сможешь научиться играть на гитаре. Гитартюна. То, что делает в первую очередь каждый гитарист, который впервые за день берет гитару, это ее настройка, или иначе тюн. Гитартюна упростит это дело до нельзя. Там есть и тюнер, и метроном, и список аккордов, и мини-игра. Минус только один. За полную версию нужно заплатить. Musician. Он очень быстро определит твой уровень навыков и шаг за шагом поможет играть все более сложные и интересные трюки. За возможность играть любые партии нужно заплатить, но бесплатная версия позволяет тебе каждый день по полчаса тренироваться в кайф. Для начала тебе этого будет достаточно. AMDM. Теперь перейдем к конкретным песням. Это база аккордов и текстов. Чаще всего ты сможешь найти несколько вариаций аккордов. Твоя любимая песня играется сложными аккордами с бара? На текстом песни есть функция «Изменить тональность». Попробуй нажать на желтые стрелочки вверх и вниз. Возможно, ты найдешь тональность, в которой будут те аккорды, которые ты знаешь лучше. Слишком маленький шрифт? Можно увеличить. Также очень удобно поставить текст на прокрутку, чтобы тебе не приходилось постоянно листать вниз, пока разучиваешь песню. Песни под гитару Rus. Именно так в Google Play называется приложение, которое выполняет ту же самую функцию, что и AMDM. Но с той разницей, что это офлайн-база. То есть тебе не нужно для поиска аккордов использовать интернет. Чем хуже, база песен меньше, и в основном они российские. Композицию, которую ты хочешь выучить, можно одним кликом добавить себе в избранное, что в первом приложении, что во втором. Вместо 5-го приложения хочу добавить совет начинающему. Запомни, первые месяцы тебе не обязательно уметь брать сложные аккорды и изображать виртуоза. Научись ставить основные аккорды E, A, D, E, M, A, M, D, M, C, G. Поначалу это выглядит как дикое сочетание звуков, но со временем это станет самым простым, что ты знаешь в этом деле. Займись тем, чтобы брать эти аккорды. Пусть пальцы привыкнут к ощущениям. Через неделю пальцы перестанут уставать и болеть, и играть станет намного легче. Именно из-за сложности в самом-самом начале большинство бросает гитару, так и не начав. Не будь большинством. Все, что тебе нужно для самого начала, это 8 основных аккордов и 3 вида боя. Четверка, шестерка и восьмерка. На этом мы закончим. Пользуйся приложениями выше, радуй себя музыкой и становись лучше. Пока.